20 век стал веком тяжелых испытаний для нашего Отечества. А в начале 20 века наша страна прошла через череду потрясений. Свершилась Октябрьская революция, началась Гражданская война. И в эти тяжелые для нашего Отечества дни миллионы наших соотечественников оказались за границей, за пределами своей исторической родины. В советское время об этих людях было не принято говорить, потому что они считались людьми политически неблагонадежными, их объявили предателями, и об их судьбе было забыто. Однако Господь не оставил свой народ не только здесь, в пределах нашего Отечества, но и за его пределами. Здесь, в 20 веке, утешением для нас стали новомученики, исповедники российские, такие святые, как блаженная Матрона Московская. А для тех наших соотечественников, которые оказались за пределами родной страны, Господь послал также утешителя, святителя Иоанна Шанхайского и Сан Франциского Чудотворца, имя которого и подвиги, и житие которого широко известно во всем мире, но, к сожалению, очень плохо известны здесь нам. Родился он в 1896 году в пределах Харьковской губернии. Родился он в старинном дворянском роде, родом из этого семейства. Также происходил другой великий святой 17 века, святитель Иоанн Тобольский, просветитель Сибири. При рождении будущий святитель Иоанн Шанхайский был наречен именем Михаил и с самого детства показывал большую любовь к богослужению, усердно молился так, что его гувернантка-француженка, видя усердие ребенка, также приняла православие.
Будущий святитель Иоанн с детства хотел посвятить себя церковному служению, однако по настоятелю родителей получал юридическое образование. И в 1919 году, во время гражданской войны, по настоянию своих родителей вместе с ними покинул страну и оказался в Сербии. Там он, закончив образование юридическое, все-таки настоял на исполнении своего желания и принял монашеский постриг с именем Иоанн в честь своего уже прославленного Русской Православной Церковью родственника, святителя Иоанна Добровского. С самых первых дней своего монашеского бытия святитель Иоанн показывал очень высокий духовный настрой, подражал подвигам древних святых отцов. Он никогда не давал себе покоя, никто никогда не видел его отдыхающим на одре, но спал он только сидя, либо мог заснуть на полу во время ночной молитвы в храме иконы Пресвятой Богородицы. Его сердце было преисполнено божественной любви, и все люди, которые находились рядом с ним, испытывали удивительное чувство. Он был преисполнен благодати Божией, и с самых первых дней своего монашеского жития люди, окружавшие его, чувствовали те благодатные дары, которыми в изобилии наградил его Господь. Он снискал всеобщую любовь и уважение, поэтому Синод Зарубежной Церкви определил его на архиерейское служение. Он был рукоположен во епископа и послан в город Шанхай. В то время в Китае находилась большая община наших эмигрантов, и они нуждались и в духовном утешении, и в административной организации. Будущий святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский направился в Шанхай, который стал первым местом его служения. В дальнейшем он нес свое архипасторское служение в самых разных уголках планеты. На Филиппинах, это острова Тихого океана, затем в Западной Европе, в Париже, в Брюсселе. И, наконец, последние годы своей жизни он провел в Сан-Франциско, в Соединенных Штатах Америки, где и почил Абозе в 1966 году. Фактически он является нашим современником, и во всем мире еще очень много людей в самых разных странах, в самых отдаленных государствах, очень много свидетелей его жизни, его подвигов и многочисленных чудес, которые он совершал. У него был дар прозорливости, он мог подойти к незнакомым людям на улицах Парижа или Сан-Франциско и свободно на иностранном языке обратиться к незнакомому человеку с утешением, отвечая на какой-то его тайный вопрос. Святитель Иоанн исцелял болящих, и все, кто обращался к нему за помощью, получали благодатное утешение. Он открывал везде, где нес свое пасторское служение, открывал приюты для беспризорников. По окончании божественной литургии никогда не удалялся на покой, но шел по улицам самых разных городов, собирая сирот, беспризорников, нищих, всем тем, кому нужна была его помощь не только духовная, но и материальная. Французы, когда видели святителя Басова, шествующего по улицам Парижа, выводили на улицы своих детей, чтобы получить его благословение, и называли его последним русским святым. Его имя широко известно за рубежом, но, к сожалению, в советское время у нас было не принято говорить об эмигрантах, и поэтому мы ничего не знали о столь великом угоднике Божьем, а об этом удивительном сыне своего Отечества. Под его духовным руководством наши эмигранты совершили настоящий подвиг. Они могли бы раствориться в культуре и в обществе других государств, могли бы забыть о своей исторической родине, которая забыла о них, которая никак о них не заботилась, потому что советское правительство не считало нужным заботиться об этих людях даже дипломатическими способами. От них закрыли границы, их выпускали домой. И наши эмигранты действительно могли бы также забыть о своей родине. Но под руководством духовного святителя Иоанна они не только сохранили свою национальную идентичность, не только сохранили свою культуру, сохранили свою веру, но и своих детей и внуков, которые были уже гражданами других государств, которые никогда не были на своей исторической родине, под руководством святителя Иоанна наши эмигранты воспитали людьми верующими, православными. Их внуки и дети говорили на русском языке. И по всему миру строили удивительные красоты православные храмы. Промыслом Божиим именно тогда православие достигло самых дальних уголков Вселенной. Наши общины, наших эмигрантов находились в самых отдаленных странах, в Южной Америке, в Перу, в Бразилии, в Аргентине, на островах филиппинских,
на островах индонезийских. В то самое время общины наших мигрантов были и в Австралии, и везде слово православие звучало, привлекая души всех людей к спасению, к исполнению Евангелия Царствия Божия. Святитель Иоанн Шанхайский широко известен во всем мире, но у нас здесь, в России, к сожалению, мы мало знаем об этом великом святом. Поэтому в 2012 году, 4 года назад, когда этот ковчег с мощами был принесен из Сан-Франциско в Москву и передан Русской Православной Церкви Московского Патриархата, тогда Святейший Патриарх Московский и всей Руси благословил этот ковчег провести по городам и весям нашего Отечества, чтобы нашим людям напомнить о подвиге наших соотечественников, о подвиге этого великого святого 20 века. С тех пор за эти 4 года ковчег с мощами посетил больше 60 епархий, и в рамках посещения епархии мы также проводим миссионерские встречи, общаемся с молодежью, с прихожанами во время этих встреч, рассказываем об этом великом святом и затрагиваем многие другие актуальные для современной молодежи, современного православия темы. Этот ковчег с мощами по окончании этой миссионерской программы останется в России, в городе Твери, поскольку именно в Твери на сегодняшний день единственный в России храм в честь святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца. Святитель Иоанн в течение всей своей жизни горячо любил Россию. Каждый день на литургии он со слезами молился за нашу страну, за весь наш народ, несмотря на канонические противоречия, которые были между зарубежной церковью и нашей церковью, он все равно упоминал святейшего патриарха Московского и всей Руси. И святитель Иоанн неоднократно предрекал возрождение православия, говоря о том, что вновь будут восстанавливаться, строиться храмы, и вновь народ потечет в эти храмы для того, чтобы молиться Господу и прославлять Его. Однако сам святитель Иоанн не дожил до этого дня, сам он так и не смог вернуться на историческую родину при жизни, но сегодня хотя бы частичкой мощей своих он, несомненно, присутствует здесь и духовно торжествует вместе с нами, созерцая храмы, которые строятся, восстанавливаются, созерцая большое количество людей, которые приходят его встречать. Дорогие братья и сестры, сегодня у нас есть возможность воздать любовью за любовь. Мощи будут находиться здесь, в этом храме, до 17:00, затем мы направимся в город Михайловку, и в дальнейшем уже завтра вечером из города Михайловки в другие епархии Русской Православной Церкви. Хочется поблагодарить духовенство и дорогого владыку, и всех за гостеприимство, за добродушие. А Господь Бог да поможет всем нам молитвами святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского Чудотворца. Премудрость, честнейшую тебе, и славнейшую тебе, Рыбинско-Новоаннинская, это Московская Патриархия, они к нам привезли святые мощи святителя Иоанна Шанхайского, святого, который жил совсем-совсем недавно. Это наш с вами современник. И привезли для того, чтобы мы с вами почувствовали именно настоящую духовную связь между прошлым и будущим, между небом и землей, между святыми людьми и людьми, которые стремятся к доброму делу, к святости. Вот мы сейчас собрались для доброго дела. И перед началом доброго дела обычно православные христиане молятся. Мы сейчас с вами вместе помолимся за проведение этой международной конференции, акции. Для того, чтобы она прошла успешно, я желаю отцу Сергию, который является руководителем этой группы, успехов и, конечно, именно доброго такого назидательного слова. И всем вам, дорогие мои,
Ну, с Богом. Собрание Твоему благотропию, веры припадающие, услышав моление и благое намерение, и делай, благослови благополучие начатие, и спеши кроме всякого препятствия, во славу Твою совершите, яко всесильному Царю, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всяческих путей в жизни наше, яко милостивый сиропитатель и искусный наставник, на земле быв, ныне буди нам путеводитель, и в смутах церковных Христовых вразумления услыши стенания смятенных и юных. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе! Слава Тебе! Приветственное слово председателя синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви Игнатия, епископа Выборгского и Приозерского. Ваше Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, в 2012 году Русская Православная Церковь отмечала 5 лет со дня подписания акта о каноническом общении Русской Православной Церкви Московского Патриархата и Русской Православной Церкви за рубежом. Это событие положило начало реализации международной молодежной просветительской программы. Владыке надо передать икону, список икон нашей чудотворной иконы, Урифинской иконы Божьей Матери, книгу о нашей епархии и о акафист иконы Божьей Матери. И также вам, дорогой батюшка, и вашему спутнику тоже образ иконы Божьей Матери. Милости вам всем. Величаем тебя, святитель.